Изучить дополнительные резервы для пополнения доходной части республиканского бюджета. Такое предложение озвучил Заур Аскендеров на совещании по текущим вопросам. Спикер парламента призвал депутатов тщательно поработать над главным финансовым документом совместно с органами исполнительной власти. На встрече говорили и о начавшемся осеннем призыве. Аскендеров поручил парламентариям проводить разъяснительную работу с лидерами общественного мнения по привлечению граждан, пребывающих в запасе, к заключению контрактов о прохождении военной службы.